О, Андрей, привет. О, какие люди. Начальник отделения и прапорщик. Старший лейтенант Самойлин. Должно быть все как капитан Коваленко. Прошу, прошу посмотреть. Ютуб — великая сила, да? Да. Все люди знают. Мы вас узнали давно еще. Кафе. Проходите. Неабияку небезпеку для населення Запорізької області та відпочиваючих на узбережжі Азовського моря несуть водні об'єкти із загальною всю протяжністю берегової смуги понад 400 км. Ріка Дніпро, Каховське водосховище, 108 малих річок і 849 ставків. Крім того, зрощувальні канали, в яких взагалі заборонено купатися, але громадяни навмисно наражаються не лише власне життя на небезпеку, а й життя своїх дітей. Такая вот лесенка, классно. Мы поднимаемся на спасательную станцию. 6 камер, да, на выход, на главное управление. Окна. Чергова рятувального поста. Вот как красиво. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Клуб рятувальників України вас приветствует. Здравствуйте. О, хлопцы крепкие, гранатка, рука крепкая такая. А кто из вас водолаз? Вот так вот на, следят за... В данный момент он сейчас на тренировке. Бинокли, да? Сколько у вас? Один бинокль? Два. Громкоговоритель. На пляже, да? Андрей, видно меня? Это все красиво, молодцы, чисто, аккуратно. Тут монитор, и на мониторе мы видим абсолютно все, что нам надо. И машины, и лодка спасательная, и пляж. И вот Андрей Федорович проверяет. Люди заплывают, забудьте или нет. Слушай, какие все красивые, чистенькие, аккуратные. Да, очень приятно, что у нас в Приморске есть такая часть. А это что у нас? Это у нас начальник группы аварийных рятувальних робіт. Мой кабинет переделан. Грамота Печерский Андрей, замужність, відвагу и высокий профессионализм. Прапорщик. Это он замшевый, разговаривает Драган Андрей Николаевич. Да, Андрей. Тоже служебовик. Андрей Володимирович. Были на АТО, то есть у нас две грамоты. Ребята очень серьезные. Как раз сегодня у вас и праздник такой. Вчера, да. Вчера был. Вчера, да? Но это еще не все грамоты. Это не все. Да, это не все. Да, потом, поэтому коллектив здесь очень достойный. А кто это рисовал? Это мой брат старший. Вот видите, пожарную станцию спасательную нарисовали. Все видно. Весь пляж. Что-то бабушки все стали. Да я видел девчат красивых. В комнату психологической разгрузки. Она предназначена для того, когда спасатель спасает человека, он находится в стрессовой ситуации, и после этого его помещают в эту комнату, и у него реабилитационный период наступает. Он сколько обычно длится этот период? До конца рабочего дня. До конца рабочего дня вот он происходит, пока человек не уйдет на дом. Домой. Вот заходим, смотрим. Очень солидный, прекрасный такой, как в отеле, номер. Здесь человек, наверное, расслабляется. Включаем кондиционер. Кондиционер. Телевизор. Телевизор, и он просто приходит в обычное состояние. Конечно, да, трудно перенести такое, когда кого-то вытащил, а он еще, если уже не живой, то это, конечно, серьезно. Холодильник, печка, все есть. Ну... Честно сказать, на должном уровне. Солидно. Да, солидно, солидно, ребята. Очень солидно. Молодцы. Ну, а кто это вот в основном все это помогает финансированием этим?
Начальник управления или... Начальник управления и аварийный ритуальный загон, и в какой-то процентовке громада. Громада. И громада. Территориальная громада. Да. А начальник управления, если не ошибаюсь, Лепский, да? Вот? Генерал-майор. Генерал-майор Лепский, да. Алексей, ну, Николаевич, большое ему спасибо. Все. Отдыха личного состава. Проходите, посмотрите. Ну, что было для отдыха, чтобы личный состав разгрузился. Мы находимся пожарно-спасательной станции. И посмотрите, как здесь все сделано. Это просто бомба. Телевизор, музыка, холодильник. Лишь состав может сесть. Это курилка здесь. И комната для приема пищи, да, наверное? Да, да, в летнее время. Да? Классно. На данный момент так оно и есть. Ну, кто-то потрудился очень так серьезно. Это личный состав. Даже вот, смотрите, все красиво как. Это просто супер. Что вы нам дальше покажете? Пошлите. Пойдемте. Также у нас есть так, летний душ. Летний душ. Да. Вау. Это когда мы проверяем пляжи в морской воде, снимаем воду. То есть... Рукомойничек. Да, также тут можно летом приготовить пищу, подогреть, что там есть, у нас есть переносная кухонька. Виноград есть? Виноград, да. Сами лично домашние. Лебеди такие красивые, все. Но обалдеть. А это для... Тоже. Для начкара. Да, для начальника. У вас как служба организована? Как вы... Здание. Посуточно, да? Просто великолепно. Сколько у вас цветами? У нас сутки трое, летом сутки двое. А кто заступает? Здесь увеличение у нас отдыхающих на пляже. Там заступают по два человека на сутки. Два человека. Водолаз, наверное, один, да? Водолаз, да. Спасатель или водитель. Ще трохи статистики, яку ми знайшли на сайті головного управління ДСНС у Запорізькій області. Результати роботи у 2019 році – це 265 врятованих життів, у тому числі 33 дитини. При цьому відмічається, що найвищий показник врятованих по державі припадає на Запорізьку область і дорівнює 41% від загальності численності врятованих на воді по Україні. Ну, це класний показник.